Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как очень быстро и легко имитировать поверхность металлическую. Для этого нам понадобится какая-нибудь деталь, которую мы хотим заимитировать под металл. Ну, это будет на примере доспеха Рипера из Overwatch. Сначала мы покрываем ее краской металлик. У меня это вот такая краска. Дальше у нас происходит самое интересное. Мы берем вот эту поверхность, которая у нас покрыта уже металлической краской, и начинаем покрывать ее черным цветом. Все легко и просто, как и название видео. А как я это буду делать, сейчас посмотрим. Итак, с чего мы начинаем? Сначала мы выдавливаем краску. Просто нам нужно небольшое количество черного цвета. Для разбавления мы используем, ну это акриловая краска, и собственно для разбавления мы используем воду. Используем воду. Мы берем достаточное количество воды, чтобы краска была такая текучая, и начинаем сначала прокрашивать щель нашего доспеха. И части, которые должны быть затемнены, там, где будут красные глаза, светящиеся светодиодами. Там, где мы слишком много краски положили, просто берем воду, немножко размываем, создаем такой блюр-эффект. Там, где я сделал царапинки, естественно, мы должны прокрасить более темным цветом. Открытые участки металлов, которые часто соприкасаются с какими-то поверхностями, объектами, они остаются светлого цвета. Те, которые у нас внутри или недоступны для контакта с другими поверхностями, они у нас темнеют, окисляются на воздухе или еще что-то, просто тупо грязнятся. И здесь мы тоже создаем такой эффект. Царапины я просто закрываю вот так вот, тоже прокрашиваю черной краской, имитируя грязь, которая попала внутрь этой щели. Ну и все. Дальше мы прокрашиваем эти части. У нас получается что-то типа металлической ноги. Вот такая вот нога у нас получилась сегодня. Далее будут выходить другие ролики по поводу Overwatch, и там тоже много интересного. Например, вот такая вот рука и вот такая вот маска. Поэтому заходи в группу, там будут всякие интересные новости. И надеюсь, я скоро сделаю остальные видео. Всем пока!